В Сургуте появится Дом пионеров. Об этом рассказал заместитель главы города Александр Шатунов. Сейчас создается попечительский совет учреждения. В него войдет учредитель одной из главных строительных компаний города Николай Старожук. Он согласился профинансировать работы, связанные с реконструкцией этого объекта. Сейчас рассматривается вопрос с этапностью работы и техническое наполнение дворца. По предварительным наброскам, это будет дом-музей Сургута. Проект реконструкции утверждает департамент архитектуры, потому что у департамента архитектуры все полномочия связаны с проектом реконструкции этого здания. По наполнению этого здания определяет, безусловно, департамент культуры. Я так понимаю, что департамент культуры уже определился по содержанию этого объекта, и мы лишь будем определять по внутренней отделке, внутренней планировке этих помещений.